Всем добрый день! Я приветствую вас на своем канале. И вот сейчас я нахожусь в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе, и поднимаюсь на колоннаду. Я была на колоннаде 2 года или 3 года назад, не помню. Ко мне приезжала знакомая, родственница точнее даже. Вот, и мы с ней поднимались. Девочка была молода, ей было, конечно, все это интересно. Мы там фотографировались. Но сегодня я вот решила в такую замечательную погоду, что просто грех не подняться туда. Вы знаете, у меня потом дрожали ноги, руки, дрожало все. Здесь такая винтовая лестница. Потом еще одна винтовая лестница, а потом такая страшная висячая лестница, по которой нужно подниматься, а в конце спускаться. Короче, это ужас. Здесь всего 180 с чем-то ступенек, но, конечно, вид с колокольни того стоит. Это очень красиво. Весь Питер как на ладони, по кругу. Стоимость подъема на колоннаду 200 рублей без льгот. По-моему, было 150 пару лет назад, ну, теперь вот 200. Поэтому, если вы будете в Санкт-Петербурге, и если вы не боитесь высоты, как боюсь ее я, то, пожалуйста, поднимайтесь, любуйтесь, смотрите и наслаждайтесь чудесными видами. Вот по этой лестнице нужно подняться наверх, посмотрите, и наслаждайтесь видами. Очень красиво, особенно это хорошо смотрится, красиво очень смотрится в ясную солнечную погоду. Ну, летом бывает обычно хорошо так, тепло, солнечно бывает. Вот, давайте мы сейчас с вами посмотрим. Я обойду по кругу всю колоннаду и вам покажу со всех сторон вот все, что я увижу. Там, кстати, одно такое серебристое здание, такое как конус такой. Это у них новый такой бизнес-центр. Ну, типа как Москва-Сити, такой блестящий, там вдалеке увидите. Вот. Ну, вот, вот так вот. Давайте посмотрим, что там интересного наверху. Вот я уже поднялась как раз и выхожу на площадку. Вниз не будет, надо вот тут внизу скверик. Давай спортивчик. Thank you.
Идем дальше. Нет, мам, он же разумеет, скажет, что я здесь не видел. Ну ладно. Thank you.
там снеги, он... Там вон он. Это я же тебе объясню, мы сейчас с Валькой шли, это видели. Это на выйти на выйти. Вот и все на сегодня. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи на моем канале. Спасибо всем за просмотр.